Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, на связи как всегда Старый, и сегодня я хочу вам показать, как построить хай-тек фонтан в Майнкрафте. Обязательно досмотрите это видео до конца, а если оно вам понравится, то поставьте ему лайк. Итак, давайте начинать. Вот такое вот количество ресурсов нам необходимо. Нам понадобятся ступеньки из гладкого кварца, кварцевые кирпичи, затем нам нужно для освещения морские фонари, также нам понадобятся кварцевые колонны и кварцевый полублок, ну и соответственно одно ведро воды. Итак, для начала нам нужно поставить ступеньки, ставим сначала одну ступень следующим образом, затем ставим 4, точнее 3 ступеньки, 1, 2, 3, и последнюю, ребята, также закругляем, то есть у нас получается здесь всего 5 ступеней, 1, 2, 3, 4, 5, по бокам они закругленные, 3 стоят ровно. Затем, ребята, нам нужно поставить одну ступень так, затем, ребята, выравниваем сюда и опять ставим 3 ступени, 1, 2, 3, опять одну закругленную, соответственно, опять заворачиваем и так по всему кругу, то есть это все делается довольно-таки легко и просто, то есть у нас получается наша ступени по 5 блоков. То есть здесь, ребята, 5 блоков, затем мы делаем такой небольшой уголок, и у нас получается вот такая вот, ребята, довольно-таки простая конструкция. Затем, ребята, нам нужно поменять нашу землю на кварцевые кирпичи следующим образом. То есть просто убираем землю и сюда, соответственно, закидываем кварцевые кирпичи. Затем для освещения мы будем использовать 4 морских фонаря, ставим их вот здесь вот по углам, то есть у нас будет все это дело выглядеть следующим образом, для того, чтобы, ребята, наш фонтан ночью выглядел также хорошо. Затем нам нужно поставить ступеньки плюсиком вот таким вот образом около наших фонарей, затем ставим 3 кварцевые колонны, 1, 2, 3. На последний, ребята, нам нужно поставить полублок из гладкого кварца, и прямо, ребята, на полублок мы выливаем, соответственно, ведро воды. В принципе, это все, наш фонтан готов, он получился у нас довольно-таки простой, довольно-таки красивый, с освещением, то есть у нас также он будет выглядеть красиво и как днем, так и ночью, и в принципе, ребята, стиль хай-тек здесь также выдержан. Беленький такой цвет, в принципе, выглядит довольно-таки неплохо. Вот такое вот, ребята, у нас видео получилось, кому оно понравилось, то, ребята, обязательно поставьте ему лайк, и также не забудьте подписаться на мой канал, тем более, что на моем канале видео выходит абсолютно каждый день. Все, ребята, всем спасибо за просмотр, всем хорошего дня, всем удачи и всем пока-пока.